Друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Рад вас приветствовать сегодня на вебинаре, который у нас, на котором речь пойдет о партнерской программе компании Skyway Capital. Прошу вас дать мне обратную связь. Слышно, видно меня хорошо или нет? Если да, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате, либо вот десяточку написал Юрий Викторович. Вот. Немножко была ошибочка, я перед вебинаром указал то, что у нас он будет 19, конечно, 18 часов. Вот. Много интересного происходит в последнее время. Спасибо за ваши плюсы. Вот. Вижу, что у нас достаточно широкий географический, скажем так, ореол обитания сегодняшних слушателей нашего вебинара. Санкт-Петербург, Киргизия. Вот. У нас есть Прибалтика, да? Краснодар, очень рады. У вас, наверное, в Краснодаре уже совсем тепло, да? У нас здесь в Москве пока еще не очень. Сказали весну ждать не раньше апреля, середины. Но мы особо не расстраиваемся, потому что все знают, да, что у нас в апреле месяце будет грандиозное мероприятие на территории Республики Беларусь, союзного государства. Вот. И там будет огромное количество инвесторов из целого ряда стран, из многих стран, если сказать правильнее, да, потому что приезжают люди из дальнего зарубежья. Вот. Будет присутствие Анатолий Эдуардович Юницкий, будет целый ряд интересных мероприятий и обучающих, скажем так, и информационных. Поэтому рекомендация простая. Быть на данном вебинаре, на данном мероприятии самим, да, то есть если вы планируете делиться с другими информацией о нашем проекте, и привести как можно большее количество людей, которые есть в вашей партнерской структуре, чтобы они могли своими глазами убедиться, ну, в том, что наш проект развивается, да, то есть посмотреть, что у нас сделано на стройке территории экотехнопарка. Ну и по сути дела действительно вдохнуть вот эту вот атмосферу и праздника, и с другой точки зрения укрепить свою уверенность в том, что это двигается. А если вы с собой привезете новичков, те, которые еще не зарегистрированы, благо такая возможность уже появилась. То есть с сегодняшнего или со вчерашнего дня, наверное, с ночи, у вас есть возможность в личном кабинете каждого партнера оплатить стоимость конференции, будь то с основного либо с бонусного счета, то есть для себя самого, для себя самой, да, и для тех людей, которых вы можете привезти с собой. Это могут быть члены вашей семьи, это могут быть, скажем так, незарегистрированные партнеры потенциальные, вот, которым интересно бывать в Минске, увидеть все своими глазами. Тем людям, которые вам возражают, но которые, в принципе, достаточно легки на подъем, вы можете так и сказать: поехали со мной, ты своими глазами увидишь, что происходит, после этого примешь решение. Вот. Не уши мне здесь будешь полоскать, да, не доставать меня какими-то глупыми вопросами и сомнениями, а приедешь и во всем убедишься сам. Стоит это $15, мало того, если ты зарегистрируешься, после того, как мы съездим, тебе еще оплатят проезд и проживание в Минске на акционный счет, который у нас есть, и ты сможешь себе выбрать пакет акций и стать уже совладельцем технологии, которую узнаешь на мероприятии. То есть все это можно будет сделать. Ну, извините, если там громко чихнул, но что-то. Это говорит о том, что говорю вам правду. Итак, коллеги, партнерская программа, да, то, о чем мы с вами сейчас поговорим на протяжении, в принципе, непродолжительного времени, потому что она достаточно проста. Вот. Говорить что-то сложное по маркетинг-плану, который просто, это крайне сложная задача. Да? Кто, кстати, из вас смотрел фильм, который называется «Формула любви»? Вот. Если есть такие люди, поставьте циферку 1. Почему я вспомнил непосредственно этот фильм? Потому что там есть момент, когда сломалась карета, да, у проезжающих мимо господ. Вот. И хозяин этого дома сказал, что, слушай, надо как-то задержать, там гости именитые и так далее. И сказал, ты сможешь данную карету отремонтировать там за несколько часов? Он говорит, конечно, барин, смогу. Он говорит, а за день? Он говорит, ну, за день тоже смогу. А говорит, за 3 дня. Это, говорит, сложная, конечно, задача, но за 3 дня, говорит, тоже смогу. А неделю, говорит, можешь ремонтировать карету? Он говорит, ну, барин, не могу, потому что для этого мне помощник нужен. Да? Вот то же самое касаемо партнерской программы, то есть долго о ней говорить смысла нет, она простая. У нее есть огромное количество преимуществ. Вот. И, в принципе, запомнить все положения этой партнерской программы достаточно просто. Наверное, сразу перейдем к инструменту. Да, почему это инструмент? Потому что он позволяет вам сегодня создать себе источник дохода. Вот. Все, чем, при помощи чего мы зарабатываем деньги на сегодняшний день, его можно назвать инструментом. У людей, которые занимаются обучением кого бы то ни было, будь то преподаватели там, или лекторы каких-либо институтов, да, университетов, зачастую этим инструментом является голова и язык. Вот. У тех, кто сверлит зубы, это, скажем так, все оборудование, которое необходимо стоматологу. У человека, который строит что бы то ни было, да, у него может быть мастерок, там, еще какие-то инструменты, позволяющие ему возводить стены там, кирпичные и так далее, и так далее. У нас инструментом в нашем бизнесе сегодня является партнерская программа. Причем сразу хочу сказать об основном отличии, наверное, проекта компании
группы компании Skyway, вот целого ряда, скажем так, вот нескольких тысяч проектов, которые в своей основе имеют партнерские программы, в том, что огромное количество MLM-проектов, огромное количество сетевых компаний выходят на рынок уже с конкретным продуктом, у них есть какие-то услуги, и они предлагают просто людям, проживающим в разных уголках земного шара, стать пользователями их товаров и услуг и информировать окружающее население о том, что это классно, о том, что это хорошо, и зарабатывать таким образом деньги. Да? То есть, но уже тогда, когда компания уже на рынке, продукт у них уже есть, и, соответственно, вы должны проделать огромный объем работы для того, чтобы стать совладельцами данной компании. То есть, как правило, это наивысшие квалификации по их маркетинг-плану и многомиллионный товарооборот. Вот в таком случае вы можете стать, скажем так, совладельцем какой бы то ни было компании, будь то там Oriflame, MV, там еще много-много других. Здесь все происходит наоборот. Здесь ситуация представляется таким образом, что вот конец 70-х годов господин Стив Джобс подходит к нам с вами и говорит: ребята, у меня есть идея классная, да, что вот мое оборудование, там мои программы, которые мы будем разрабатывать, принесут многие миллионы, миллиарды долларов тем, кто сегодня вложит там 50, 100, 200, 300, 500 долларов США в мой проект. И в принципе у Стива Джобса именно так и получилось. Да, были разные периоды, потому что, скажем так, он работал на рынке программного обеспечения, были конкуренты, такие как Microsoft, еще целый ряд компаний, которые разрабатывали разные программы, да, для разных нужд в мире компьютеров и так далее. Вот. Ну, где-то там были ошибки у самого Джобса, то есть неправильное руководство своей компании, да, вместо того, чтобы как бы синергично развиваться, разные отделы и так далее, он сталкивал лбами различные направления внутри деятельности своей компании. В итоге это привело к тому, что компания почти развалилась. Ну, главное вовремя спохватиться, да. Так вот, здесь у нас такого не происходит, аналогов технологий нет в мире вообще. Вот. Соответственно, вы можете стать совладельцами компании, совладельцами технологий, товар которой, а это технология, разработанная Юницким, будет использоваться уже в ближайшие там пару-тройку лет в разных уголках земного шара, и этот товар будет вам приносить прибыль с каждого построенного километра дороги, да, то есть тех проектов, которые окупятся и будут приносить прибыль. И вы будете получать доход именно от этого, то есть вы становитесь совладельцами данной технологии. Как когда-то могли стать, например, совладельцами технологий компании Apple, но не стали, потому что к нам Стив Джобс не добрался, не предложил вам тогда, да. Вот. Никто нам с вами не предложил заработать на эре телевидения, когда цветное телевидение появлялось. Никто нам не предложил заработать на телефонизации Советского Союза, да, когда еще, скажем так, один телефон был на весь дом и так далее. Никто не предложил нам заработать с вами на внедрение мобильной связи. И, кстати, целый ряд компаний на многих рынках выходили именно таким образом. У них был товар нужный, мобильная связь, и они своим абонентам предлагали такие программы, мол, зарегистрируйся сам, приведи там какое-то количество друзей, и связь тебе станет дешевле. Но товар уже приходил к чему? К реализации. Он уже был создан, да? У нас с вами сегодня есть возможность стать совладельцами компании, технологии точнее, которая на рынок выйдет вот в ближайшее время и будет приносить вам доход всю оставшуюся жизнь. Но помимо всего прочего, у вас есть возможность, давая информацию людям, окружающим вас, стать им совладельцами данной технологии, а при этом еще заработать деньги по партнерской программе, которая есть у нас. Вот отличие на пальцах. Если поняли, что я вам сейчас объяснил, ну, буду рад, что вы как-то прореагируете в нашем чате вебинара. Итак, отличная возможность создать доход уже сегодня. Есть 6 квалификаций. Да? Буквально с прошлой недели наш маркетинг-план, скажем так, получил несколько изменений в лучшую сторону. И уже на сегодня не 5 квалификационных уровней, а 6. Название вы видите на данном слайде. Это партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт. И еще у нас есть топ-эксперт. То есть тот, кто может топать от радости, то, что он дошел до этой квалификации. Да? То есть он может танцевать на пузе. Вот, на руках, как угодно, кувыркаться. Это человек, который очень богат, очень успешен. Вот, человек, у которого большие структуры. Он классный руководитель. Да? Он тот, кто ведет за собой огромное количество людей. Ну, давайте поэтапно до этого, скажем так, топ-эксперта доберемся. Что необходимо сделать человеку, чтобы стать партнером? В принципе, у нас есть процедура регистрации. Да, на сайте компании Skyway Capital любой человек абсолютно может перейти на страницу нашего сайта по чьей бы то ни было реферальной ссылке, ввести несколько простых своих данных, это фамилия, имя, электронный адрес, телефон, вот, зарегистрироваться в личном кабинете, потом подтвердить то, что это сделали вы, да, а не какой-то робот под вашим именем. Для этого вам нужно будет нажать на ссылку в письме, которое придет на ваш электронный почтовый адрес, и подтвердить телефон, вам придет код с смс-кой. Вам все это нужно будет сделать в личном кабинете. Если вы проделаете эти простые манипуляции, вы клиент. Клиент – человек, который разбирается в информации, может задавать огромное количество вопросов. Кому? Первое – человеку, который дал реферальную ссылку. Второе –
Службы технической поддержки, которые у нас, скажем так, работают круглосуточно, как на странице сайта, у нас справа внизу есть окошко, так и в личном кабинете, когда вы зарегистрировались. Третье. Вы можете прямо со страницы личного кабинета звонить к нам сюда в Москву, неважно в какой стране вы проживаете, нажав на кнопку «Позвонить с сайта». Да, и специалист нашего отдела информационной поддержки в Москве вам ответит на ваши вопросы, но, скажем так, в период времени с 10 утра до 19 по московскому времени. Вот это то время, когда у нас работают специалисты отдела информационной поддержки. Разбирается в информации и либо принимает решение стать партнером, да, либо он может так клиентом висеть до морковкиного заговения. В общем, до того времени, когда, скажем так, что-то не произойдет, как мы говорим, жареный петух клюнет в темечко, либо что-то еще, и он вдруг осознает, что это отличная возможность. Вот. Либо он будет получать просто по электронному почтовому адресу, на который он оставит при регистрации, рассылку, в которой сообщается о вехах, да, о новых, скажем так, этапах, которые проходит группа компании Skyway, компания Skyway Capital, и, возможно, какая-то из новостей как раз-таки разбудит в нем жуткое желание все-таки стать партнером, приобрести какой-либо пакет акций и так далее. Кстати, сделаю еще небольшой акцент. Человек на статусе, будучи клиентом, он может приобрести себе пакет акций и, в принципе, не становиться партнером. Это те люди, которые, возможно, скажем так, не обладают способностью передавать информацию, то есть молчуны. Да, либо те, которые стесняются любой своей мысли и боятся окружающим вообще говорить о том, чего они хотят. Ну, попадаются такие скромные и так далее, так далее. Да? Либо это могут быть просто те, которые, скажем так, хотят в своем окружении быть всегда выше других. То есть они могут купить большой пакет акций, через 3 года стать очень богатым, потом показать всем, скажем так, свой длинный язык и сказать: видите, какой я умный, а вы бестолковые так и не стали богатыми, а я этим стал. Так вот, если вы к этим категориям не относитесь, вы можете стать партнером и зарабатывать деньги, делясь этой информацией с окружающими людьми. Вот. Для этого вам нужно зайти в раздел «Реферальные ссылки». У вас высветится баннер с информацией, что для того, чтобы данный раздел сайта был доступен для вас, необходимо заключить агентское соглашение, договор. Вы нажимаете, что вы согласны, высвечивается текст договора, вы его читаете, и в конце есть кнопочка «Согласен», «Подтвердить». Да? Нажимайте на эту кнопку, это будет сигнал для нашей компании, то, что вы приняли на себя небольшие обязательства. Вот. И после этого у вас открываются 4 реферальные ссылки на сегодняшний день. 2 из них ведут на регистрацию в личном кабинете, 1 прямо на форму регистрации, другая на страницу с регистрацией. И еще 2 ведут, 1 на лендинг партнеров, где дается информация о нашем проекте, 2 на сайт компании Skyway Capital. То есть для тех людей, которые уже получили информацию, горят желанием, да, и они рвут вас на части и говорят: давай скорее реферальную ссылку, я хочу зарегистрироваться, вы даете ссылку на регистрацию в личном кабинете. Вы стали партнером, и если вы кому-то рекомендуете данную возможность, люди регистрируются по вашей реферальной ссылке, и кто-то из них может приобретать пакеты акций. Да? Соответственно, у вас есть 4 уровня глубины, с которых вам компания выплачивает определенный процент от созданного товарооборота. То есть вы помогаете нам привлекать инвестиции, компания вас за это вознаграждает. Непосредственно прямая ваша рекомендация, то есть что это такое, люди зарегистрированы по вашей реферальной ссылке. Созданного товарооборота от того, что люди покупают для себя пакеты акций нашей компании, вы получаете 15%. Кто-то может сказать: немного, вы знаете, 90% компаний MLM-бизнеса, даже, наверное, больше, не выплачивают таких денег за первое поколение. Можете проверить, если мне не верите. Далее, со второго уровня вам будет начисляться 4%, если по рекомендации ваших приглашенных кто-то тоже что-то купит. И, соответственно, с третьего уровня 2%, и с четвертого 1%. Вознаграждение выплачивается одновременно на бонусный, на акционный счет. Сразу давайте расставим точки над «и». Бонусный счет – это тот счет, который позволяет вам заработанные деньги выводить, если вы накопите $30 на этом бонусном счете. Акционный счет – это те денежные средства, которые вы можете потратить только на приобретение пакетов акций компании Skyway Capital. Из раздела обычных стандартных пакетов – светло-серо-зеленый фон в личном кабинете каждого партнера. Квалификация партнер трудностей не вызвала? То есть то, что нужно сделать, я думаю, это в принципе может сделать абсолютно любой вменяемый человек, у которого, скажем так, пальцы могут нажимать кнопки, который может видеть, да, и делать простые действия. Вторая квалификация называется консультант. Здесь уже появляется первое условие от компании Skyway Capital. Для того, чтобы получить эту квалификацию, нужно сделать 3 простых шага. Первый из них – личная сумма инвестиций в наш проект должна составлять не менее $100 США. То есть вы можете купить разовый пакет, например, стоимостью там $100 в месяц по рассрочке, оплачивать на протяжении 10 месяцев данные пакеты, например, да, получая большой пакет акций на выходе, 220 тысяч акций в итоге. Вот. Вы можете купить пакет за $130, там дисконт немножко меньше, но вы сразу же, скажем так, преодолеваете рубеж для уровня консультанта.
Вот. Второе условие. У вас в первом поколении должно быть не менее двух человек, которые повторили вас, то есть купили акции на $100. Опять же, суммарно это может происходить, потому что вы можете малыми пакетами, которые вы покупаете, накопить $100. Вот. Либо сразу. И суммарный товарооборот ваш личный и вашего первого поколения, тех, кто зарегистрирован в вашем первом поколении и купил акции, должен составлять не меньше $300. Но фактически вы видите рисунок. Ваши 100 и 2 человека по 100 – это 300. То есть условия простые. Те, кто помнит еще предыдущий маркетинг-план, там нужно было, скажем так, сделать немножко больше телодвижений, больше вложиться в наш проект для того, чтобы получать вознаграждение с глубины. Так вот, как только вы стали консультантом, это происходит практически мгновенно после выполнения этих условий, у вас увеличивается вознаграждение. Со второго уровня вы начинаете получать 5%, а не 4%. С третьего – 3%, а не 2%. С четвертого – 2%, а не 1%. И у вас еще добавляется 1% с глубины. С пятого уровня глубины вы еще начинаете получать 1%. Вот это условия, которые необходимо выполнить, чтобы стать консультантом, либо те проценты, которые вы будете получать, будучи консультантом нашей компании. Третья квалификация – лидер. Точно так же три условия. Первое из них – ваши личные инвестиции должны достигать суммы не менее $200. В первом поколении должно быть не меньше 3 человек, которые сделали то же самое. То есть суммарно, вы понимаете, это уже 800. И весь оставшийся товарооборот еще должен быть равен 1200, чтобы суммарно это получилось 2000. То есть третье условие – 2000 суммарного товарооборота ваших личных инвестиций и людей, находящихся в первом поколении. Как только это происходит, вы становитесь немного, немало лидером. То есть слово красивое, слово интересное, да, вы знаете, лидеры – это те люди, которые всегда двигаются впереди. Вы знаете, захотелось вспомнить там маленькую там шутку, либо анекдот, либо как-то еще. Будучи на одном из обучающих вебинаров по MLM-бизнесу, один из лидеров международных данного направления сказал следующую фразу: «В жизни как собачьи упряжки». Да? Либо ты лидер и двигаешься впереди, либо все время перед носом одна и та же картина. Представили себе, какая? Если вы двигаетесь в собачьей упряжке. Вот. Те, кто понял, могут поставить цифру 3, хотя бы там 5, я не знаю. Итак, коллеги, лидер, что вам дает эта квалификация? Первый уровень, те же самые 15%. Второй уровень уже 7, а не 5. Третий уровень 5% с глубины. Четвертый уровень 3% с глубины. Да? Пятый 2%. И появляется шестой уровень, с которого вам выплачивают 1%. Это то вознаграждение, которое вы получаете на квалификации лидер. Четвертая ступенька маркетинг-плана компании Skyway Capital, она уже называется мастер. То есть мастер – это тот человек, который может делать очень многое. Да? Мастер, который разбирается в радиоэлектронике, легко может починить любой телевизор. Мастер, который, скажем так, умеет чинить обувь, да, он может из ваших разбитых калош сделать что-нибудь красивое, ну, например, ласты на каблуках и так далее, и так далее. Соответственно, будучи мастером в нашем бизнесе, у вас уже будет большая партнерская структура. Вы уже будете являться, я предполагаю, ответственным человеком, который за собой ведет большое количество людей, которым, скажем так, предоставил возможность стать совладельцами технологии, разработанной Юницким, и получать доход, о котором мы сейчас с вами разговариваем. У мастера также три условия. Первый из них – ваш личный товарооборот, скажем так, пакетов акций, которые вы приобретаете в нашей компании, должно быть не менее чем на $1000 США. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 человек, которые выполнили квалификацию лидер, то есть та, о которой мы говорили вот буквально полторы минуты назад. Да? И суммарный товарооборот ваш личный и людей, находящихся в первом поколении, должен составлять $5000. То есть если вы купили на 1000, соответственно, все ваше первое поколение должно купить на 4, как минимум. Когда эти условия выполняются, то вы получаете увеличение процента и увеличение количества уровней глубины, с которых вы этот процент получаете. 15% вы начинаете получать с первого поколения, как это и было, 7 со второго, 5 с третьего, 4 с четвертого, 3 с пятого, 1% с шестого. И у вас еще добавляется по 0,5% с 3 уровней глубины, 7, 8 и 9 уровня. Вот это то, что вам дает возможность, точнее, то, что вы можете зарабатывать процент отчислений в случае, если вы стали мастером, квалификации мастер компании Skyway Capital. Эксперт – это та квалификация, которая недавно еще считалась высшей ступенькой. Да, это было буквально там 7 дней назад. Вот. Эксперт – это, соответственно, человек, у которого гораздо большая структура, вот, человек, на котором больше уровень ответственности. Наверное, как правило, люди в этой квалификации будут иметь статус регионального лидера, они будут наверняка проводить какие-то региональные мероприятия, да, в своем регионе, где они работают, будь то презентация, будь то конференция и так далее. То есть это успешные люди с большим уровнем дохода.
Чтобы стать экспертом, необходимо самому приобрести пакетов акций нашей компании на сумму от 5000 долларов. Да? В вашей структуре должно быть не меньше 3 мастеров. 2 из них обязательно должны быть в первом поколении вашей структуры. А третий может находиться в любой глубине. Важно, чтобы он не входил в команду первых 2 мастеров. Он может быть в 3, в 5, в 10 поколении. То есть, ну, в отдельной ветке. Так это говорится в MLM-бизнесе. Когда вы выполняете эти 3 условия, то ваше вознаграждение будет выглядеть следующим образом. 16%, да, вот акцентирую на этом внимание, потому что еще вот, по-моему, в прошлый вторник мы говорили о 15%. 16% с первого поколения, 7 со второго, 5 с третьего, 4 с четвертого, 3 с пятого, 1 с шестого, по 0,5% с седьмого по девятое, и с 10 по 20 уровень глубины вы начинаете получать по 0,2% от созданного товарооборота вашей команды либо структуры. Это те проценты, которые вы можете получать, будучи экспертом. Важно, чтобы суммарный товарооборот ваших личных закупок и первого поколения достиг 10 тысяч долларов. Причем, смотрите, акцент, я говорю, с личных покупок. Здесь никто не ставит вам временного срока, когда вы это выполните, да, что вам в месяц необходимо это сделать, там, в неделю, за полгода и так далее. Когда вы это сделаете, тогда вы это получите. Вот. Подходите к этому, скажем так, с собственной смекалкой, да, и определитесь, когда вам нужен большой доход. Вот если это нужно сейчас, соответственно, давайте начинать двигаться. Мы с удовольствием вам поможем. Вот, у нас хороший активный коллектив, веселых и, скажем так, занимательных людей. У нас активный менеджер, у нас хорошая команда людей, которые работают в информационном направлении внутри нашей компании. Поэтому было бы ваше желание двигаться, а мы вам поможем, чем сможем, как мы говорим. Да? Итак, коллеги, высшая квалификация маркетинг-плана компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Я вам говорил, да, что этот человек может топать, хлопать. Вот, 33 прихлопа, 33 притопа, помните, песня такая была, обо мне теперь узнает вся Европа. Вот. То есть это человек успешный, это человек, у которого большая команда, это человек, который, в принципе, известен не только в мире, наверное, инвестиций компании Skyway Capital, да, и нашей с вами, нашего с вами проекта. Я думаю, что об этом человеке узнает и мир MLM, потому что, в принципе, MLM такой вид деятельности, в котором, скажем так, трудно скрыть информацию об успешных людях, да. Вот. И, как правило, вот и сейчас уже наш проект активно развивается на территории целого ряда государств, Восточной, Центральной Европы, да, и в этот проект приходят сетевики. То есть те люди, которые понимают, что такое MLM-бизнес, те люди понимают сейчас именно изюминку нашего проекта, о котором я вам говорил перед началом рассказа о партнерской программе. То, что вы становитесь совладельцами чего-то классного, большого и приносящего большой доход еще до того, как это появится на рынке. Кстати, та инвестиция, о которой пишут в своих книжках Бода Шейфер, Роберт Киосаки, Дональд Трамп когда-то написал с Киосаки книжку «Почему нам выгодно, чтобы вы были богаты». Почитайте ее, да? Там описываются люди, ставшие мультимиллионерами, распознавшие возможность, что что-то пригодится людям в будущем, да, инновационные какие-то технологии или что-то, еще на самом начальном этапе. Когда это стоило копейки, когда они поддержали какого-то, скажем так, как многие считали, сумасшедшего ученого, да, который круто изменил жизнь всего человечества. Так всегда происходило, кстати, да? Помните, Высоцкий был такой, Владимир Семенович, он про Кассандру песню написал. Вот, и там есть такие слова, что очевидцев, точно как и ясновидцев, во все века сжигали люди на кострах. То есть зачастую инновации какие-то, новшества, они с большим трудом пробивались в костное мышление огромного количества людей, стран, мира там, и так далее, и так далее. Но тем не менее, мы сегодня пользуемся идеями тех людей, которые, скажем так, эти идеи озарило там 100 лет назад, 200 лет назад и так далее. Вот. Этих людей были единицы, а пользуются все. Вот. Это не относится, скажем так, к ситуации, как в анекдоте, да, когда человек, скажем так, с ненормальной психикой в холодную погоду поджег дом, вылез на крышу и сидит. Приехали пожарные, поставили лестницы, хотели его снять. Он сбрасывает лестницу и говорит, понятно, говорит, как поджигать, так никого, а как греться, так все лезут. Вот. Это не про нас. Итак, друзья, топ-эксперт. Ваш личный товарооборот достигает 10 тысяч долларов, то есть вы купили акции на такую сумму. В вашем первом поколении должно быть не меньше 3 экспертов, то есть тех людей, которых вы пригласили в этот бизнес и научили зарабатывать деньги. Вот очень важный акцент именно вот на том, что я сейчас сказал. Вы их научили зарабатывать деньги, помогли им разобраться, помогли им двигаться, сделали их успешными в конце концов, да, приложили какие-то усилия для того, чтобы эти люди добились серьезных результатов, изменили свою жизнь для себя, для своего семейства, например, и для большого количества окружающих их людей. Вот. Суммарный товарооборот всей вашей структуры первого поколения и ваш составляет 30 тысяч долларов. Вот как только это случится, вы станете топ-экспертом, с первого поколения вам будут выплачивать 17% за любую инвестицию людей в вашем первом поколении, второе поколение 7%,
третья 5, четвертая 4, пятая 3, 1% 6 уровня, по 0,5 7 по 9, по 0,2 с 10 по 20 и по 0,1% вы будете получать с 21 по 24 уровень глубины в вашей структуре. Вот по большому счету тот маркетинг-план, который сегодня существует в компании Skyway Capital. Как я вам говорил, он прост. Здесь нет такого понятия, как обгон. Да? Вот в большинстве компаний MLM бизнеса, если вы воспитываете какого-то лидера, он вас догнал, то, как говорится, бойтесь. Да? То есть огромное количество партнерских программ, где вы перестаете получать деньги с этой структуры. Есть огромное количество партнерских программ, где вообще навсегда теряете эту ветку, да, она вас обгоняет и уходит, например, к вышестоящему партнеру, либо просто под компанию. У нас этого нет. Неважно, в какой квалификации люди находятся в вашем первом, втором, третьем, пятом поколении, важно, что вы получаете фиксированный процент с этих поколений. Вот. И это большой плюс данного маркетинга. Вы видите таблицу, в которой отражены все проценты, выплачиваемые с глубины, вот, и прописаны условия, да, которые нужно выполнить для того, чтобы эти проценты получать. У нас есть объем личных инвестиций, о котором мы говорили, от 100 до 10 тысяч. Объем первого поколения, да, от слова «любой» до 30 тысяч. И, соответственно, проценты вы видите в каждом столбике по каждой квалификации. Еще очень важный момент, который был запущен буквально недавно нашей компании, это стимуляция развития бизнеса теми людьми, которые продолжают давать информацию своему окружению и регистрируют первое поколение. И плюс ко всему тех, вознаграждение тех, кто уже это делал там и ранее, да, для тех, у кого есть большое количество активных партнеров в первом поколении. Данная программа действительно позволяет увеличить ваш товарооборот. Вы видели, да, 17% мы получаем максимально с первого поколения, будучи топ-экспертом. Так вот, будучи даже партнером квалификации ниже, чем топ-эксперт, вы можете получать до 18% с первого поколения. Как это происходит, давайте сейчас разберем. То есть данная программа действует в условиях одного календарного месяца. Например, 1 марта, 31 марта. Если в вашем первом поколении, начиная с начала месяца, было осуществлено 4 покупки пакетов акций компании Skyway Capital людьми, которые либо были зарегистрированы, либо вновь зарегистрированы сейчас в марте месяце, то за каждый купленный пакет вам начисляется положенные 15%. Но как только покупается 5-й пакет, да, то за 5-й пакет вам сразу начисляют 16%, и за предыдущие 4 купленных добавляется еще 1% от того товарооборота, который был создан. Вы продолжаете строить структуру. 6, 7, 8, 9 пакет, купленный в ваше первое поколение, это 16%, которые вам компания выплачивает, да, за купленные эти пакеты. Как только покупается 10 пакет, за 10 пакет вам начисляется 17%, и за предыдущие 9 добавляется еще 1% сверху к тому, что было выплачено. То есть фактически это ситуация, когда за каждый пакет вам начислено 17%. Далее, с 11 по 19 вам выплачивается 17%, но если 20 пакет покупается в течение одного календарного месяца, за него начисляют 18%, вот, и за все предыдущие 19 добавляется еще 1. То есть фактически это соответствует ситуации, когда вам выплачивают со всех купленных 20%, 18%, со всех купленных 20 пакетов 18% денежного вознаграждения. И, соответственно, каждый последующий, 21, 22, 25, 30, если они все будут в течение одного месяца, вы будете получать 18%, если вы в квалификации включительно до мастера. Если вы в квалификации эксперт, либо топ-эксперт на сегодняшний день, но я знаю, что топ-экспертов нет, да? Соответственно, если вы эксперт, то вы будете получать в течение этого месяца 16% за первые 4, 17% за последующие с 5 по 9, 18% с 11 по 19, 10, да, включительно, и 19% с 20 и далее. Если вы в квалификации топ-эксперт, соответственно, ваше вознаграждение начинается с 17%. Следующий пакет с 5 по 9 вы уже получаете 18%, с 10 по 19 вы получаете 19%, и начиная с 20 вы получаете 20%. Вот такой бонус у нас, скажем так, продуман руководством совсем недавно. Дай Бог, что он будет действовать, скажем так, на протяжении всей нашей последующей деятельности, да, которую мы будем осуществлять в этом направлении. Условия получения бонуса просты. Первое. Все пакеты покупаются в течение одного месяца календарного. Да. Несколько пакетов может у вас быть куплено одним человеком. Он купил 1 числа, 3, 5, 7, там, да, 11 его осенило, он купил себе еще один пакет. Все это складывается, если это человек в вашем первом поколении. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. То есть, если даже ранее людьми были осуществлены приобретение наших пакетов акций в рассрочку, либо сейчас кто-то взял, да, то есть вы каждый месяц будете получать это вознаграждение в зависимости от количества проплат. Если у вас 20 человек в первом поколении выплачивают рассрочку, соответственно, ваше вознаграждение с первого поколения от 18 до 20%. Я вас уже с этим хочу поздравить.
Пакеты могут быть куплены, да, вот по данной программе, по данному бонусу, как новыми людьми, которых вы сейчас зарегистрируете, так и теми людьми, которые вы регистрировали ранее. И вознаграждение 100% также начисляется на бонусный акционный счет. Вот таким вот образом. На данном слайде рассмотрен пример, и этот пример, скажем так, достаточно условный. То есть здесь взят платеж, что все платили по $50, да, и это, скажем так, касаемо, как это правильно сказать слово-то, да, то есть данная информация, которая отражена на данном слайде, она актуальна до квалификации мастер включительно. Вот. Для эксперта и топ-эксперта цифры немножко меняются, а вот до мастера, то есть у нас большинство таких партнеров, экспертов, топ-экспертов сейчас у нас, ну, можно сказать, можно пересчитать по пальцам одной руки, вот. Вы можете увидеть пример, что если у вас в первом поколении в течение месяца было куплено 22 пакета, да, потому что нарисовано так, соответственно, вы заработаете $198 США с товарооборота $1100. $40 за первые 4 пакета, $45 за следующие 5 пакетов, да, и $95 вы получите, скажем так, за следующие 10 пакетов, вот, и еще $18 получите за 21-22. Условия здесь прописаны. Кстати, те, кто не понял примера, могут написать, но я старался вроде бы как-то не сильно тараторить и говорить вменяемо. Правила партнерской программы, условия, да? Вы, наверное, поняли, что маркетинг-план у нас накопительный, это очень важно. Все, что вы делаете с момента регистрации, все, что делают все ваши партнеры, оно у вас складывается. Никогда не обнуляется, и вы можете расти в одностороннем направлении. Ползти по нашим лестницам, по ступенькам нашей лестницы, да, то есть идти, вот, бежать, либо ехать на эскалаторе. А кто-то может быть и на лифте, кто активно, скажем так, потрудится и построит быструю, скажем, большую структуру за месяц. Квалификационный уровень – это первый. То есть, по сути дела, сейчас привязка осуществляется к тому товарообороту, который касается первого уровня и вашего личного. Да? Вывод средств. Минимальная сумма на бонусном счете должна быть не менее $30. Будет, пожалуйста, оформляйте заявку, прописывайте в разделе настроек личного кабинета те кошельки, которые вы готовы использовать, куда будете выводить денежные средства. Накопили $30, хотите вывести, пожалуйста, никто не будет препятствовать. Условия роста квалификации – вы видели по картинкам маркетинг-плана, это рост объема ваших личных инвестиций и объема привлеченных клиентов, партнеров в первом поколении. Даже минимально, скажем так, проинвестировав наш проект на сумму $15 США, вы можете зарабатывать в месяц $50, 100, $500, $1000. То есть, в принципе, все это вам доступно и возможно. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию. То есть, были вы партнером, стали консультантом. То есть, в обратную сторону вы никогда не упадете, процент у вас никто не отберет, и никто вас не заставит какой-то короткий промежуток времени сделать какое-то бы ни было действие, да, которое нужно, скажем так, подтвердить, что вы способны находиться на ступеньке консультанта. В большинстве систем, в большинстве программ MLM бизнеса именно это, к сожалению, происходит. То есть, вам нужно постоянно делать какое-то обязательное условие выполнять, либо личную закупку ежемесячную делать, либо, скажем так, товарооборот структуры, либо одно и второе вместе взятое. Невыполнение этих условий сулит то, что вам выплачивают меньше денег, вы теряете квалификацию, вы можете скатиться, там, дойдя до определенного уровня квалификации по маркетинг-плану, вы можете упасть на первоначальную. У нас такого невозможно. Вот. У нас высокий процент выплат с первого поколения до 20. Да, вы видите, на желтом фоне выделена у нас сегодня информация. Вот. И глубина высокая, точнее большая, до 24 уровня глубины вы можете выбирать процент от товарооборота, который создает ваша команда. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете привести за собой в наш проект. Мало того, вы видели бонусную программу, да, это только, скажем так, улучшит ваше благосостояние, увеличит ваш доход. Было бы желание это делать. Мешки ворочать не надо, скажем так, кайлом стучать тоже не надо, то есть как бы мозоли вы здесь не натрете ни в одном месте, если будете заниматься этой деятельностью. Ну, может быть, только на языке, да, если будете говорить 24 часа в сутки, рассказывая о нашей партнерской программе, об этой возможности. И бонусное вознаграждение, как я вам говорил, начисляется и на бонусный счет, и на акционный счет, и вы можете стать крупным акционером нашей компании, давая информацию вашему окружению, при этом потратив своих личных денег, может быть, и немного, да, но вы можете много зарабатывать, и вы можете, скажем так, на своем том же акционном счете периодически накапливать крупные суммы и тратить их на то, чтобы приобрести пакеты акций нашей компании. Вот таким вот образом. По сути, это вот маркетинг, о котором я вам хотел рассказать. Есть много вещей, конечно, которые делать нежелательно. Вот. Если вы хотите, там, я могу 2-3 минуты об этом сказать. Если не хотите, то давайте пишите вопросы, которые у вас есть.
Да, Светлана, смотрите, 1% он доплачивается поверх тех денег, которые вам заплатили. Да, мы рассмотрели пример, там, где все платят по 50. Но представьте, у вас первый пакет был $15, второй человек купил там $100, третий там 200. $200 там, четвертый купил 550. Соответственно, вот вы получили свои 15%. Бац, у вас пришел пятый партнер и купил на 1000. То есть за 1000 купленную, за пятый пакет вам уже начисляется не 15%, а 16%. То есть вам начислят $160. И 1% будет сверху выплачен отдельной транзакции за предыдущие 4 купленных пакета. То есть суммарно их просуммируют, там, как я сказал, 15, там, 100, да, 200. Вот, и 550, вот то, что я говорил. Они просуммируются, 1% от этой суммы вам еще будет добавлен. Точно так же следующие 5 пакетов. И потом следующие 10. Именно таким образом это происходит. Какие еще вопросы, коллеги? Сегодня, кстати, вы знаете, да, что в 19 часов у вас будет происходить чудо-действие в нашей вебинарной комнате. Григорий Мирошниченко будет делиться с вами своими секретами. Как правильно строить бизнес, какие действия надо предпринимать, какие действия делать не нужно вообще. Вот. За что вы можете просто от своего окружения, например, получить поддых и долго не восстановить свое дыхание, да, если вам что-то предложите. И как проще им предложить, чтобы этого не произошло. Рекомендую на этот вебинар зайти лично и убедиться в всем еще, будет, чтобы ручка была под рукой и тетрадка, где вы могли писать то, что будет говорить успешный сетевик. Да? Если сейчас растет поток инвестиций, почему не подключить еще несколько бригад для ускорения строительства технопарка? Леонид, хороший вопрос, только, наверное, не по адресу. То есть я не являюсь прорабом, да? Я не являюсь человеком, которого можно отнести к миру конструкторов, хоть у меня инженерное образование, и я, в принципе, не определяю количество тех, кто будет что-то делать на территории экотехнопарка. Вот. Ну, что-то еще добавить я, наверное, не могу. Да? Есть целый ряд работ, которые необходимо выполнять. Смотрите, да, количество людей может быть не такое большое, но есть еще очень важный момент. Смотрите, на территории экотехнопарка на стройке мы будем использовать большое там количество оборудования, каких-то материалов и так далее. Их же тоже надо изготовить. И на это тоже идут деньги. Да? И есть люди, которые это изготавливают. Поэтому то, что вы видите, что происходит непосредственно в коротких роликах, когда специалисты нашего конструкторского бюро выезжают на территорию экотехнопарка, это не говорит о том, что там ходят три каких-то клона одновременно и все. В другое время там может работать большое количество людей. Устанавливать эти, скажем так, опоры и так далее, и так далее. Поэтому все, наверное, исходит из того, что сегодня необходимо сделать в первую очередь. И этим занимается непосредственно Анатолий Эдуардович Юницкий, который практически каждый день осуществляет авторский контроль за целым рядом видов работ. Это не только происходит на территории экотехнопарка в Минской области, да, он также посещает предприятия, он проводит переговоры с теми предприятиями, фирмами, которые для нас будут что-то выпускать и делать. Вот, это тоже стоит денег, и за это тоже надо платить. То есть сегодня мир так устроен, что это не как при социализме, да, министерство одному отчитывалось другому, что вот мы там для вас выполнили работу, а вы отчитали, что вы нам вроде перевели какое количество денег. Нет, сейчас все просят предоплаты. О, видите, здорово, Светлана написала, что поздравляет свою подругу и партнера, который выполнил 18%. Отлично, Светлана, я и вас поздравляю с этим, потому что если у вас есть какое-то количество успешных партнеров, есть вероятность того, что их станет больше, да, потому что это еще мотив действовать дальше. Когда вы, получается, сделали какую-то работу, самую элементарную, неважно, женщина вы или мужчина, для кого-то из родных и близких, да, и вас за эту работу похвалили, вот, вы, может быть, даже покраснели от этого, вам хочется сделать что-то еще хорошее. Если вы сделали что-то хорошее, вас за это ударили по башке палкой и сказали, что мне это не нужно, высока вероятность, что вы делать этого не будете. Так вот, это не палка у нас, скажем, а пряник, да, бонусная программа, которую мы сейчас включили в развитие нашего проекта. Виктор, а зачем вам искать, где находится наш экотехнопарк? Вот, широта, долгота и так далее. Вот, приезжайте на мероприятие, которое будет в Минске, вас туда даже отвезут. Даже если вы не знаете широты и долготы этого места, вы это увидите своими глазами. Вот я не запоминал градусы, но в принципе вы можете задать информацию там Марьина Горка в Яндексе, либо где-то еще, и вам дадут широту, долготу этого населенного пункта, и буквально в нескольких сотнях метрах от него находится наш экотехнопарк. Ну, Светлана, я вас поздравляю вдвойне, раз человека, значит, я это увидел воочию, да, мы с вами общались, когда я был в Самаре. Хотелось бы побывать еще, да, но организуйте мероприятие, если вам понадобится помощь, например, приехать кто-то там из сотрудников нашей компании, возможно, это буду я с удовольствием приеду в Самару еще раз. Мне понравилось то, что я там увидел, мне понравились люди. Вот. Уникальный вокзал, уникальный центр города, уникальная Волга, да, вот, все очень красиво,
Холодновато было, правда, уже лед появлялся. Расстроили некоторые, скажем так, уголки центра города, но ничего. В целом было все очень здорово. Интересно, люди были по дороге. В одну сторону и в обратно. Итак, коллеги, если вопросов больше нет, наверное, я не буду испытывать больше вашего терпения. Я вам еще раз хочу сказать, что сегодня будет вебинар в 19 часов Григория Мирошниченко. Кстати, очень важная информация. Да? Вот загляните, пожалуйста, в раздел расписания вебинаров и увидите там информацию о том, что с этой недели у нас вещают еще на нескольких языках. Да? То есть, если у вас есть люди, которые проживают на территории Чехии и Словакии, если есть люди, проживающие на территории Прибалтики, в частности Эстония, либо финны, которые понимают эстонский язык, да, вот. Если у вас есть люди, которые понимают на венгерском, и у вас есть какая-то связь с этими людьми, пригласите их обязательно на наши вебинары, которые будут проводиться на этих языках. Это будет сегодня, это было вчера, это будет в среду, в четверг, это будет в выходные дни. Вот. Вот завтра в среду у нас будет большое количество вебинаров. У нас будут вебинары, которые будет проводить Суходоев Алексей Сибиряков. У нас будет вебинар, который касается личного кабинета. У нас завтра будут вебинары на иностранных языках, то, что я сказал. Точнее, для кого-то они иностранные, для кого-то родные. Это, по крайней мере, эстонский и венгерский. Вот. Поэтому используйте данную возможность, предоставьте как можно большему количеству людей информацию о том, что есть такой проект. Да? Им расскажут на родном языке, и, возможно, у вас будут партнеры в других государствах. А это большой плюс. Если у человека нет денег, но он зарегился у нас, будет ли он получать все проценты? Да, он будет получать проценты, вот, и за накопленные деньги может купить себе пакеты. Такая возможность сегодня есть. Важно, чтобы это не был хитрец, который скажет, я вот зашел, там сейчас бабла накашу и исчезну, да? Вот. Если человек реально проникся нашей возможностью, скажем так, создания бизнеса и покупкой пакетов акций нашей компании, предоставьте ему эту возможность. Помогите ему создать, скажем так, пригласить несколько человек, которые зарегистрируются и купят пакеты, и с бонусного счета он просто сможет оплатить себе какой-либо из пакетов, потом сможет выводить деньги и так далее. Это возможно. Спасибо, Алексей, то, что помогли и подсказали. Лучше продавать, ну, согласен, то есть вот здесь Алексей абсолютно правильный принцип назвал всех MLM-программ. Сложно людям предоставлять информацию о том, чем не владеешь сам. Да? Трудно рассказать, скажем так, про шоколад, насколько он хороший, если ты его никогда не пробовал. Вот. Ну и обо всем другом. Невозможно рассказать о фильме, который вы не видели и про который вы не читали. Потому что это будет бредом. Итак, коллеги, я вам предлагаю сегодня расстаться. Я хочу поблагодарить вас за то, что были сегодня со мной. Вот. Я буду рад вас видеть на остальных вебинарах на этой неделе, на следующей неделе. Приглашайте своих потенциальных партнеров, тех людей, кто состоялись как инвесторы, но, скажем так, еще далеки от информации о том, как зарабатывать здесь деньги, считают, возможно, это чем-то таким, знаете, недоступным для них, выше их возможности, либо наоборот, ниже их достоинства, потому что такие люди у нас тоже попадаются. Вот. Неважно, в каком состоянии сегодня находится клиент, если он все-таки считает себя немного более-менее открытым, да, к информации и все-таки готов оценить объективно, да, то, что мы будем говорить, приглашайте на мероприятие, с удовольствием будем с такими общаться. Вот. Если человек относится к категории 3Т, да, вы знаете, тахта, тапки, телевизор, ну, не знаю, сможет ли его что-то подвинуть в том направлении, чтобы он стал нашим инвестором и так далее. Все, друзья, спасибо вам за ваше спасибо. До новых встреч!